وعن عاصم ابن كليب عن أبيه أن علي رضي الله عنه كان يرفع يديه في أول تكبيرة من الصلاة ثم لا يعود. عاصم ابن كليب رضي الله عنه передал от своего отца. Али, رضي الله عنه, поднимал руки в намазе только во время первого такбира и нигде больше. Этот хадис передали ибн Абу Шейба и имам Тахави. Ибн Хаджар, рахимахуллах, сказал, что передатчики этого хадиса надежны.